Короче, ребят, это довольно необычный дом, а знаете почему? Вот это, куда мы сейчас направляемся, это подъезд 1. Угадайте, где подъезд 2? Вон там в конце. А подъезд 3 вот тут. А тут 4, а там 5. То есть, на секундочку. На секундочку. Первый подъезд. Второй подъезд. Третий подъезд. И 4 с 5. Я в шоке. А еще я надеюсь, что тут нет конца. Ну, по идее, не должно быть. Это я понимаю, считыватель для самых маленьких. Ну, сейчас нам должен помочь чудодейственный ключ Ласкомэкс с этим цифралом, по идее, да? Ой, Ласкомэкс. Ностальгия по старому набору. Нет. Здесь у меня чудодейственный ключ ОН1. Ну, естественно. Чудодейственный ключ ОН1. Угу. Всегда спасает. А, тут автоматическая дверь. А еще тут КМЗ нулевых. Ладно. А еще по ссылочке в описании вы можете подписаться на мой телеграм-канал. Там выходит разный контент, которого нету на YouTube-канале. Ну или который есть, но там обычно выходит то, чего там, ну, чего нет на YouTube. Кстати, ребят, это как раз те самые уже фиговые КМЗшки начала нулевых, про которые я говорил в конце прошлого видео. Кто смотрел, поставьте лайк. А в этом доме, именно в этом доме я решил снять из-за вот такого вот офигительного вида. Вы посмотрите, я еще своими глазами тут сейчас немножко посмотрю поверх. Тут видно просто очень много всего. Блин, так, немножко на экран попала грязюка, я ее отмыл. Не, ну вы посмотрите, какое красивое вечернее Южное Бутово. Это выглядит просто офигенно. Согласитесь, да? Вон там вдалеке какой-то город. Это, скорее всего, Домодедово. А может, это и Подольск, кстати. Да, это Подольск, походу, ребят. Вон вдалеке Подольск. Не буду приближать. Без приближения как-то атмосфернее. Ну да, походу, это, скорее всего, это Подольск. Там больше быть нечему. Я, кстати, сначала подумал, когда сюда зашел в первый раз. Ну вот, сейчас, когда зашел, точнее, это как бы есть мой первый раз в этом доме, когда я тут был. И я сначала подумал, что тут есть консалт, потому что там какие-то предметы в ее окне стоят. Мы обязательно это проверим на выходе, есть там она или нет.
Но если бы она была, я думаю, она бы меня уже стопнула. Судя по всему, конса здесь была. Причем совсем недавно. Что тут у нас еще есть? Почтовые ящички. Собственно, два лифта. И здесь, заметьте, грузопассажирский и пассажирский на 14 этажей. А, еще и выход назад. Можем, кстати, выйти назад. Да? С этой стороны я дом снял. А хотя ладно, без разницы. Он с другой стороны. Давайте смотрите так. Вид на дом на этот с другой стороны я выложу в свой телеграм-канал. Так что подписывайтесь. Смотрите сейчас. Дверь сама откроется. Оп. Ага. Оп. Это вообще магия. И сейчас сама закроется. Опа. Смотрите, что происходит. Высокотехнологичные технологии. Вообще офигеть, да? И все, и закрылось. Первый подъезд. Здесь 39 квартир. Вы понимаете, тут вроде получается, что это здесь не две квартиры, но вроде три квартиры на этаже. И при этом здесь грузопассажирский, пассажирский лифт. Очень-очень необычно. Почему на три квартиры на этаже делают? А вот в моем доме на 4 квартиры на этаже и 14 этажей не сделали грузопас. Но это серия ГМС 2001, если не ошибаюсь. Такой вот прикольный домик. Всем пока.